Начинаем наш небольшой трек на Лох Ламонд. Да, мы приехали. Ценю где-то час. Ну, в принципе, не страшно. Но здесь красиво, конечно. Кстати, обратите внимание, Зев тащит все, что только можно тащить и нельзя. И, наконец-то, Лох Ламонд. Огромное озеро. И очень красивое. Можно даже окунуться, если есть такое желание. Нам, кстати говоря, предстоит очень неприятный подъем, которому нас готовил Зев. Я не думаю, что я готова. Но придется. Мне не оставили выбора. Не это ли оно? Ну, выглядит как да. Адрес лонч. Давай, будем идти вместе, мне хочется, да. А да? А ты сможешь идти медленно? Ты сможешь идти быстро? Нет. Поэтому у тебя есть один выбор, идти медленно. Маленький стеночек, я понабираю, да? Собака! Нет, нам, конечно, сегодня повезло с погодой, потому что... Очень хорошо нам повезло с погодой. Да, нам реально повезло. Без шуточек. Красиво, что мостик еще сделали. Я хотела водой лицо умыть. Ага. Сядь так. Я боюсь, что если я сяду... Да ладно, я тебе подниму. А вода холодная. Горная водичка. Да. Я не такая смелая. Но умыться приятно. Да. Все. У меня аж очки запотели. Вот это вид, кстати. Да. Что, move on? Нет. We're in the middle of the mountains. And we went to this wee bakery. And we bought brownies. And this is the off season, so we don't really have anything to help.
реакция в стоп. Да. Вот они пошли вниз. Я поддерживаю такое решение. Охренеть, как я на это согласилась. Я буду кайфнуться. Меня качает сейчас. И сейчас ты мне скажешь. Мы прошли 1/10 подъема. Мои часы мне сказали, что я уже 2 раза достигла гол ступенек в этот день. Я чувствую, будет и 3-й, и 4-й. О, блин. Так, это уже 6. 6 раз больше, чем надо было, скарабкалась. No, a bit of a climb to go yet. Yeah. I've noticed. It'll be a beautiful view at the top. It was a bit misty when we were there. Yeah. It's clear now though. So you'll get it good. Yeah, okay. First I need to make it there. Okay. Yeah, she took me to her sitting room, a wee bit down the bum. I used to what Robbie Burns said, the man was made to moan. Way my roving eye. Вот это вот все, мы уже вскарабкались. И осталось вот только, всего лишь вот это. Ужас. Это большой, кстати говоря, плюс здесь, что не очень длинные. У меня были такие треки, что в 6-7 начинало уже темнеть. И ты как бы хочешь не хочешь, надо делать привал, ты в темноте не пойдешь. Ну да, нежелательно. Тут, блин, весь день. Ну, лето сейчас, зимой день очень короткий. Да. Зимой ты сюда и не пойдешь. Ну, на такой, может быть, и пойдешь, но надо рано встать. Then we both went up the stairs to have a wee bit drink. When there come a knock upon the door, man, it's scarce time to think. Ты думала, что вчера подъем на камень был что-то страшное? Он тоже был, кстати, неприятный. Это просто бесконечный подъем на камень. В прямом смысле того, кстати говоря. Сейчас даже на ту сторону есть вид. На поломанные деревья. Да, интересно. Что, пожар был? Или просто вырубили? Сейчас оно показало, что я уже сделала 7 раз больше, чем надо подъемов. Первая десятка тяжелая. Вот скотина.
Да. Чё орёшь? Му. Небольшой водопадик. Никто не форсит нас. Честно, даже стояки идут. Да, но они не идут полный круг, они возвращаются назад потом. Полный круг не имеет такой разницы между чем ты возвращаешься назад. Потому что когда доходишь до самого Бельмонда, ты уже вниз. С какой стороны ты пойдешь вниз? Раз больше, чем надо. У меня гол есть на подъемы в день. Выйди в жопу со своим говном. Это последний раз. Если там еще выше зови, я тебя убью. Мне уже готовится умирать? Да. Окей. Потому что есть выше. Откуда я знаю, что делаю этот трек? Уже довольно высоко. Я не знаю, что я хочу делать весь этот трек. Ты там спланировал какой-то огромный маслюль, я не уверена, что я его смогу сделать. Окей, поэтому ля-ля-ля-ля, эш нот коля зман, донт вой. Никто не форсит, никто не, у нас не заходит солнце через час. Я не знаю, как можно этого получать наслаждение. Я получаю. Потому что мое наслаждение будет только, когда я окажусь в гостинице. Или наверху. Я не знаю, что должно быть наверху, чтобы я получила наслаждение. Конец. Все, можно прыгать и убиваться. Да просто перестань. Я понимаю тебя. Когда я делал первый трек, я дальше там еще как-то... Мы отдыхали, по-моему, раза два. Я делал
foot, it's just a straight as it goes round the bend. Huh? Oh, I just go straight down, mate. Straight oh, just straight down, right, and you see where the horses are there. Just takes you out there. Right there. The other side of the hill we climbed up. So it takes you pretty much to your river denning. Are you at River Denning Park? Aye, River Denning Park. That takes you down there, mate, you're aye, alright. Just where the wee cubicles are. Aye, it takes you down there, mate. Right, cheers. Good, mate, cheers. There you go. See you later, mate. See ya. Как он меня обманывает. Мы видим сдалека, то есть, ты подходишь ближе к горе, ты не видишь, мне кажется, вот мы. Скажи, Стена, я могу взять твою сумку? Да дело не в сумке. Неси меня. Что там та сумка? Сейчас вот, я не знаю, конец это подъема или нет, но вот здесь мы делаем привал, ты делаешь чай, и мы отдыхаем. Мы уже видим верхнюю округлую часть горы. Не надо. Все, падай. Мне плевать. Я дальше не иду. Все. Находи место, падай, все. Все, вот тут хорошо. Я думала, что мы уже забрались. А тут оказывается, что вот мы забрались. А нам еще вот туда, в облака. Сэм решил меня просто убить. Я уже еле иду, а мне еще туда. Он меня тренирует явно, чтобы десантировать меня где-то. Кошмар. Нормальный поход. Ага, а потом, потом надо... По камням наверх карабкаться. Не Дэв нам делает кофе. Надеюсь, что все будет готово. Потому что я сдохла. Кстати, а у тебя есть эта штука, в которую переливать кофе? Потому что я не знаю, где мой стакан. Нет, у меня нету ничего. Ну, это баночка такая, не? Я ее не брала. Как? Звучит как? Ну, термос маленький. Ну, ты его не взял. Ты не взяла его? Нет. О май гад. Почему ты его не взяла? Это самая важная вещь. Ты не сказал, я не взяла. Кроме того, ты нас собирал, ты должен был взять все эти вещи. Я думал, у тебя все с тобой. Значит, делай кофе на двоих и будем пить с одного стакана. Опа. Тут у Зева целое приспособление. Подержи приспособление. Водичка. У нас есть кружечка. У нас полно, только она стынет вот 3 секунд. Газ, баллончик. Все, пошло дело. Ладно.
Ладно, дай мне мою кофту. Очень в этом сомневаюсь. Я труп. Up. Check it here, isn't it? I don't know. The whole mountain. Yeah. Wasn't nice. Но нашел. На карте. Популярный трек считается очень. Загнал в Афганистан. Тут ты посмотри. Сейчас явно Зев в свой аул залезет.
молись, чтобы я завтра могла ходить. Я про завтра, нам еще завтра Йорк. Ну, ходить надо. Это зависит от тебя. Нам обещали вид. Что мы получаем? Облако. Ну, вон там видно немножко. Очень аккуратно и держись рукой-то. Вот песок. И овцы, которых, кстати, обстригли, они уже лысые. А мы уже успели купить шарфик с их шерсти. Нам прямо сказали, это свежая шерсть, которую только вот отстригли. Сразу сделали вот красивый шарф. Покорили Бен Ломонд. А вот теперь я требую фотографию вон там. Обязательно одень, иначе ты замерзнешь. Окей.